in place. Patrol. At the lotus feet of Patrol Bihariju. Деревню Патрол, и тут правит Патрол Бихариджу. So Patrol was the name of this place. Patrol. Chaitanya Mahaprabhu used to come here to beg alms. Патрол — это название этой деревни, в которой Шри Чайтанья Махапрабху собирал подаяние. At the time of Sri Krishna, it was a forest called Ashokvan. Во времена Кришны тут рос лес, который назывался Ашоквар. So, one day, однажды, see Krishna and his cowherd boyfriends. Кришна и его друзья were grazing the cows in the forest here, Ashokvan. Пасли коров тут в этом лесу Ашоквани. Some boys called out, Rama, Rama, Mahabaho. Некоторые мальчики кричали, Rama, Rama, Mahabaho. Oh, Balaram, whose arms are very strong. Oh, крепко руки Баларам. Oh, Krishna, who can kill the demons. Oh, Krishna, укротитель демонов. Help us, one demon is attacking us. На помощь, скорее, один демон атакует нас. In our bellies. Демон спрятался в наших животах. The demon of hunger. Демон голода. We are very hungry. Нам очень хочется кушать. Please arrange something for us to eat. Помогите нам, найдите нам что-то съедобное. So actually, the coward boys only think of Sri Krishna's happiness. На самом деле, мальчики думают только о том, как угодить Кришне, об его благополучии. But this is the very crooked nature of Braja. Но это скрытая природа Бража, такая извилистая природа Бража. They were thinking Krishna must be hungry, so on the pretext of saying we are hungry, they initiated a break. То есть мальчики уже догадывались, что Кришна, наверное, проголодался, и поэтому они притворились, что они сами голодные, чтобы остановить игры и дать ему возможность покушать. So usually Mother Yashoda, she sends servants, whichever forest they're going to that day, in the midday, Mother Yashoda will send servants with the tiffins and picnic. Обычно мама Ишода организовывает обеды для мальчиков, она знает заранее, в какой лес пойдут мальчики, пасти коров, и посылает туда слуг с контейнерами с едой. But on this day, Krishna led the boys to a different forest to the where they were supposed to go. But Krishna, so the tiffins went somewhere else. Krishna в этот день завел мальчиков в совершенно другой лес, чем предполагалось изначально. Поэтому слуги отнесли еду в один лес, но там мальчиков не было, потому что они были тут в Ашоквани. Because see, Krishna had some plan. Потому что у него уже был хитрый план в голове. He wanted to show the whole world that you may be very aristocratic. You may be very learned. You may follow all dharma and Vedic rules and regulations of life. But without bhakti, it's all useless. Кришна хотел преподнести урок всему миру. Он хотел дать всем понять, что у вас может быть, вы можете обладать там всеми достояниями, быть из аристократичной семьи, очень состоятельным, всезнающим, но это ничто. Потому что если у вас нет бхакти, у вас по факту нет ничего. And if someone being ignorant, being illiterate, have not done any dharma at all, but they have bhakti, then Krishna accepts that person. Кришна хотел сам дать понять, что даже если кто-то будет грубым, невежественным, неведающим ничего, даже не дармичным, неправедным по природе, то если у него есть бхакти, преданность Кришне, то Кришна примет такого человека. So when the boys said, we are hungry, Krishna said, all right. Когда мальчики сказали Кришне, just nearby is a place where brahmanas from Mathura are performing a yajna. And that was a crow ghat. Also, Nanda Maharaj was doing yajna. It was a famous place for doing yajnas. Когда мальчики сказали Кришне, что они проголодались, Кришна сказал, хорошо, тут неподалеку, в Акрурагате, в том самом месте, откуда мы сейчас приехали, потому что в том месте обычно проводили яги браманы. И он сказал, там браманы проводят яги сейчас. These were Karmakanda yagyas to go to heaven. Не пить воду ни в коем случае. And they were the priests, the ritviks, the puruhits, actually of Kamsa Maharaj. Это были жрецы. Это были жрецы. Бадме, бадме.
отданивать. Падме. Это были жрецы Камсы Махараджа. Они проводили яги для его благополучия, для его амбиций всяких. So Krishna said, I'll wait here with Balaram. You boys go to those brahmanas and you ask them to give some prasad from the yagya. Krishna сказал, мать, вы, друзья, идите туда, наверняка там у них очень много еды, всяких ингредиентов на яге, они вас покормят наверняка. So from here the boys went there and saw the brahmanas. Сваха, мальчики побежали туда в сторону Акрургата, издалека увидели, как браманы сидят у Ягья Кунты, произносят сваха, сваха. And all the little boys they gave pranams to the brahmanas and stood with folded hands. Поклонились брахманам очень почтительно, стали со сложенными ладонями. They said, "О Бусура, gods of the earth." О, сказали, боги на земле, Бусура. Krishna has sent us. Кришна прислал нас к вам. And Balaram. Потому что Кришна сказал, просите от моего And we are requesting, please, give some food for them, some rice. Кришна и Баларам прислали нас сюда, попросите у вас еды, дайте нам немножко хотя бы риса. The brahmanas were thinking, we are very aristocratic priests. Брахманы country bumpkin people. Думали, что это за мальчики с фермы пришли сюда, мы такие важные, высококастовые брахманы, они нас отвлекают от такого важного занятия, как провождение яги для Камса Махараджа. The brahmanas always have to eat first, and we have not eaten yet, so what is the question of giving food to these low caste people? И подумали, нам, брахманам, полагается по праву кушать первыми, мы еще не обедали, поэтому мы ничего им давать не будем. So they ignored them. Они просто проигнорировали просьбу мальчиков. So then the boys were somewhat disappointed and they came back to Krishna. Разочарованные, расстроенные пастушки вернулись обратно к Кришне. They came back here and told Krishna what happened. Пришли сюда и доложили Кришне о том, что произошло. So then see Krishna smiled. Кришна просто улыбнулся в ответ. Said, this is the way of begging. You get refused many times. Don't be disturbed. Ну вот так приходится попрошайкам. Выживать, говорит, иногда получишь что-то, иногда не получишь, говорит, привыкайте. Their wives have made many preparations for this yagya, and they are my devotees. Go to them, and you should say that Krishna is nearby. Please bring some food. То есть Кришна сказал, такова природа выпрашивания. Иногда что-то может перепасть, а иногда ничего не достанется. But don't tell them that I'm hungry. Кришна сказал, не расстраивайтесь. Там, неподалеку от этих брахманов, находятся их жены. Они приготовили очень много блюд для праздника после этой яги. Because if they hear that I'm hungry, they'll feel pain. Пойдите, скажите им, что вы хотите покушать, но ни в коем случае не говорите, что я голоден. Потому so что then, они мои преданные. Если они узнают, что я проголодался, они расстроятся. Mm-hmm. Они испытают боль от того, что я испытываю голод. The boys went to where? The Brahmin ladies had prepared the food for the yagya. Мальчики отправились разыскивать жен этих брахманов и нашли их там, у них было очень много еды. And they, this is a very good feminist story. Это хорошая история для феминисток. Роман для феминисток. So then, they bowed down to the Brahmin ladies. Они поклонились этим женщинам, женам брахманов. And they said, Krishna is nearby. Они сказали, Кришна неподалеку отсюда. Then you can see in Srimad Bhagavatam they said, and he is hungry. И в Шримад Бхагаватам написано, что мальчики сказали, и он голоден. So someone may say, wait a minute, Krishna just told them, don't tell them that I'm hungry. Вы можете подумать, подожди, Кришна их предупредил, ни в коем случае не говорит, что он голоден. Зачем они это говорят? So the inner meaning of Srimad Bhagavatam is when they said the word Krishna is nearby, then those Dvijapatnis fainted in ecstasy, only hearing the sound of Krishna. Сокровенный смысл вот этой лилы в том, что как только они сказали, Кришна находится неподалеку, они тут же потеряли внешнее восприятие, тут же как провалились внутренние трансы, эти жены. So then the boys seeing them all unconscious, thought now Krishna gets some food. Если они потеряли сознание, мальчики растерялись, подумали, ну чудесно, как теперь мы накормим Кришну, когда они тут лежат. So then they said, Krishna is hungry. И поэтому им пришлось сказать, Кришна голоден. And then they quickly woke up from their trance. Женщины тут же пришли в себя из своего транса. They criticized their own mind. Oh, what are we doing, lying here unconscious? Krishna needs food. Let's go, let's go. Стали ругать себя. Ну как мы так посмели, так блеть? Он голоден, надо скорее нести ему еду. Они порицали себя. These young Brahmin ladies had associated on the border between Braj and Mathura with the garland makers. And tambour
sellers. The young ladies of Braj were selling garlands and tambul. And by hearing from them many times about Krishna, just by the power of hearing, love, spontaneous love had appeared in their heart. Вот эти жены брахманов, они были родом из Матуры, но они часто встречались и общались с девушками, которые продавали гирлянды, которые были родом из Брадзи, продавали гирлянды на границе с Матурой и все, и Тамбулу. И они рассказывали им все время о Кришне. И вот слушая эти рассказы, они влюбились в Кришну. Someone may have a doubt. How can I love Krishna if I've never seen him? No, just hear. By hearing the love will come. Кто-то может сомневаться, как я смогу полюбить Кришну, когда я никогда не встречал его. Но вы уверуйте в то, что просто слушая о нем, о его качествах, вы сможете полюбить его. So just as rivers naturally flow to the ocean, they cannot help it. So they took all the preparations in the pots on their head and on the trays, and spontaneously they ran from that place and they came here. Подобно тому, как реки беспомощно, спонтанно стекаются к океану, таким же образом эти девушки похватали все эти горшки с разной едой и помчались сюда, к этому. And when they came nearby, they looked in the distance, and there they saw Sri Krishna standing with his friends and the cows. И подойдя к этому месту издалека, они уже узрели Кришну, который стоял рядом с коровами и своими друзьями. So what they saw, Shukadeva Goswami has described it, and this is considered to be the second best verse in the whole Srimad Bhagavatam for meditation on the Rupa Madhuri, the sweetness of Krishna's form. И вот то, что увидели девушки, жены браманов, описывает Шукадева Госвами Шримад Бхагаватам. Это считается второй самой лучшей Рупа Дьян стихом Шримад Бхагаватам, стихом для медитации на облик, на Рупу Кришны. Шамам хиранья паридимбанам мальябаха дату правалана бейшаману братансе виньяста хастамита рейна дунанам абджам канат капала какополам кавджахасам. They looked and saw Krishna's complexion like a fresh rain cloud. Они увидели прекрасный цвет тела Кришны, который был подобен цвету свежей грозовой тучи, цвет His pitambara over his shoulder like a flash of lightning. Его ярко-желтая такая золотистая питамбара, накидка, на контрасте с его грудью выглядела как вспышка молнии на небосклоне. With the peacock feather in his hair. Они увидели это очаровательное павлинье перо в его волосах. His body had been painted. Krishna doesn't have any tattoos. У Кришны нет татуировок. But the coward boys they make every day fresh tattoos. Но мальчики каждый день наносят такие свежие татуировки. From dhatu, that is the mineral pigments from the forest of Kamyavan. In different colors, they painted pictures over his dark complexion. Они расписывают его тело рисунками, используя карик дату, то есть минеральные краски, которые они собирают на Говардане, разводят с водой и рисуют что-то на теле Кришны. He was decorated with fresh buds. Он был украшен свежими бутонами цветов. So he appeared like a Natabara. Он выглядел как прекрасный танцор, актер на сцене. Before a Vedic drama begins, then a beautiful young man and woman, they come on the stage and they're decorated to attract the attention of all the audience. So Krishna was like that, very attractive. В ведической традиции перед любым спектаклем, перед любым выступлением, на сцену выходили очень красиво наряженные юноши и девушка, как актеры, танцоры. То есть вот Кришна выглядел как такой натабара, танцор. His curling hair was falling over his cheeks. Его вьющиеся локоны не спадали на его щеки. He had the utpal, lilies over his ears. И кувшинки у него были воткнуты за уши. Мукабджахасам, and he was laughing. Он смеялся. Why? Почему он смеялся? Vinyasta hastam itarena dunanam abjam. He put his left arm on the shoulder of his friend. Он облокотился левым локтем на плечо своего друга. And in the right hand, Hare Krishna, thank you. А в правой руке. Рады, рады. Milk. Dahi, yes, sir. Smells like yogurt. Oh, chaat, it's chaat, okay. You see, the wives of the brahmanas are boards for everyone. Chaitanya Mahaprabhu himself came here and begged chaat, so you are very lucky. Сам Махапрабху выпрашивал в этой деревне чай. So,
Krishna's leaning with one hand on one arm on the shoulder of a friend. Локоть Кришны покоится на плече друга, его левая рука. And in the other hand he's holding the stem of a lotus flower. А в другой руке он держит стебель цветка. And he was looking at those wives of the brahmanas and laughing. Кришна посматривает на этих жен брахманов и смеется. And he was twirling the stem of the lotus in his fingers, so the lotus was going this way. И он вращает, он крутит стебель этого лотоса в пальцах и лотос вращается быстро. And by his glance he was saying. Взглядом Кришна говорит им. The lotus of your heart is in my hand, and I am making it spin around. Лотос вашего сердца в моих руках, и я заставляю его вращаться. And with another glance, he was saying, "The lotus of my heart, just by seeing you, is spinning around like this flower." А другим глазом он им дал понять, что и лотос моего сердца, увидев вас, начинает быстро вращаться тоже. So they were standing there, stunned, holding the trays and the pots. Девушки не могли сдвинуться с места от экстаза. Они стояли, они замерли на одном месте с этими сосудами, с этими кувшинами. Swagatam bo mahabhaga. Кришна сказал, добро пожаловать. Welcome. You are very fortunate. Вы очень удачливы. Because I am the object of love for all living beings. Потому что я объект любви для всех живых существ. What's going on here? Что тут происходит? They want to become his sweethearts. Эти девушки, они хотят стать его возлюбленными. And he's a cowherd boy. Он пастушок. So why is he speaking now like he's Bhagavan? С чего он вдруг стал рассказывать, что он Бхагаван? Because a gop can have love for a gopi, not for a brahmani. Потому что покасти ему не полагается вступать в отношения с теми, кто старше его покасти с брахмани. То есть он пастух. Ему дозволено быть в отношениях с пастушками, но не с браманшами. So even though Krishna wanted to reciprocate with them, yayatamam prapadyante, but to protect the rasa of the lila, Krishna's lila shakti came and awakened his awareness that he's Bhagavan. Usually he forgets, but at that moment he remembered that he's Bhagavan. To protect the rasa of the lila. Кришна хотел ответить им взаимностью на их любовь, он принимал их любовь. Но ради того, чтобы сохранить расу, то есть корректность расы, во враже эту лилу защитить, Йога Майя тут же накрыла Кришну и напомнила ему о том, что он Бхагаван. И он стал так разговаривать. So Krishna said, чтобы как-то их остановить. I am the true object of love for all living entities. Кришна сказал, я истинный объект любви для всех живых существ. If you love your family, why? It's because they're related to your body. Почему вы любите родственников? Потому что они связаны с вашим телом. If you change your body, then that same family, you don't love them anymore, you love the next family. Related to that body. Когда вы смените тело, умрете и родитесь в новом теле, вы полностью забудете о тех предыдущих родственниках, вам дела до них не будет. И вы будете привязаны к своим родственникам. So only moha, bewilderment. Это просто заблуждение, иллюзия. And why do we love our body? Почему мы любим тело свое? Because Atma is there. Потому что душа живет в нем. If the Atma leaves the body, then we forget about it. Как только душа покидает тело, нам нет дела до этого тела. And why do we love the Atma? А почему мы душу любим? Because in Atma Paramatma is there. Потому что сверхдуша живет в душе. So the true object of everyone's love is only Krishna. Поэтому истинный объект любви для каждого живого существа это Кришна. So Krishna said, it is quite appropriate that you have left everything and come to me. Тогда Кришна похвалил и сказал, очень похвально, что вы оставили все и пришли сюда ко мне. So you can put everything down. Ставьте and then на землю, you can go. И возвращайтесь. Спасибо. They said what? Они растерялись. Как же так? When we were leaving, our husbands, our brothers and differently family members, they all tried to stop us, but we disobeyed them. Они растерялись, потому что чтобы попасть к Кришне, пришлось там враждовать с мужьями, братьями, которые не пускали их никуда, и пришлось там силой убегать so оттуда. So we have gone against all dharma. И они думают, мы нарушили каноны дармы, праведности. So how can we go back? Как мы теперь вернемся к ним? And they began to cry. И они просто разрыдались. They said, Майвам вибхути бхаван гадитам рисансам Сатя курушва нигамам тава падамулам Прапта ваям туласи дама падава свистам Кейшави нибудам атиланга самаста банду
Krishna later in Rasalila tells gopis swagatam and tells them to go home. And gopis say, Maivam vibhoti bhavan gaditam risangsam. How can you speak such heartbreaking words to us? И Кришна убеждает их после этого вернуться домой. И гопи отвечает ему, как ты можешь такие жестокие слова нам говорить? So those wives of the Brahmins, they also said, say, Maivam vibhoti bhavan gaditam risangsam. И жены браманов ответили аналогичным образом Кришне. Why? Satyam kurushva nigamam tavapadamulam. If you send us away, then the Vedas are not true. Они сказали, если ты сейчас отошлешь нас обратно, значит ты докажешь то, что Веды не правы. Because all Vedas say, Yadva gatvana nivatante tadama paramatma. If someone comes to Krishna, then they never have to come back again. Потому что Веды утверждают, если кто-то попадает к тебе, ему никогда не приходится возвращаться, тебя покидать уже. So Satyam Kurushva, you should make the Vedas true, don't break the Vedas. Satyam Kurushva, ты должен защитить правоту Вед, а не опровергать их своим поведением. If Krishna will say, but I am a coward boy and you are aristocratic high caste Brahmins. Если Кришна скажет, мы не сходимся со сословием, не вышли, я вот пастушок скромный, а вы дамы из аристократического общества. So they said, oh, if you are embarrassed to accept us, brahmanas, as your maid servants, then don't worry, we'll not bother you. Они ответили ему на это, но знаешь, если тебе неловко принимать служение от нас, то не волнуйся, мы не будем тебя тревожить. But we don't want to go back. Но мы не хотим возвращаться обратно. We'll just live in the forests like fairies. Мы будем жить как лесные. Pandevas. Мы готовы жить как лесные феи в лесу. And we'll maintain our life in this way. Мы будем следующим образом выживать. Whenever you are walking, sometimes you kick the tulsi leaves off your feet. Когда ты идешь мимо где-то по лесу, ты иногда сбрасываешь бутоны туласи со своих. Sometimes those tulsi leaves are trampled by your beloved gopis. Иногда твои возлюбленные пастушки они топчутся по этим бутонам туласи. And sometimes when you embrace them on a bed of flowers, the tulsi leaves and manjus are falling from your garland and from your feet, and it goes underneath the flower bed. Иногда эти манджири просто падают с вашего цветочного ложа, когда вы вкушаете сладость своих интимных лил, и они падают под кровать. And then we won't come near you, but after you've gone, we'll just come and we'll pick up those tulsi manjuris and tulsi leaves and we'll tie them in our hair. Мы никогда тревожить тебя не будем, ты даже не заметишь нас. Мы будем терпеливо выжидать удобного момента, когда мы сможем подкрасться, собрать эти манджири и сплести их себе в волосы. We won't disturb you, but don't send us back. We want to stay in Vrindavan. Мы не будем причинять тебе никаких беспокойств и мешать тебе, но позволь нам остаться тут в твоем Вриндаване. How can we go back? Как мы сейчас можем вернуться? Кейшани вибодам атилангья самастабандун. We have transgressed all the orders of our seniors and family members. Мы нарушили, мы пошли наперекор всем наставлениям старших и всех их желаниям. See, Krishna said, don't worry. Кришна сказал, вы не переживайте об этом. When I guarantee that when you go back, your family members will accept you. Я вам гарантирую, что когда вы вернетесь, все вам будут рады. It is better for you, because you cannot develop love by just by proximity to me. Так будет лучше для вас, потому что вы сейчас не понимаете, но вы не сможете развить любовь ко мне просто благодаря физической близости, находясь рядом со мной. Шраванад, дашанад, дьянад, мои бавану киртанат, натата саникашена притията тато грихан. It is by hearing about me, chanting about me, seeing my deity form and meditating on me that one develops love, not by physical proximity. Невозможно развить любовь ко мне просто находясь рядом со мной. Лучший способ это слушать обо мне, рассказывать обо мне, созерцать мое божество, виграх у меня. Таким образом вы сможете развить, углубить свою любовь ко мне. So you should return to your homes. And in separation, your love will increase more and more. Поэтому возвращайтесь домой, и когда вы будете находиться в разлуке со мной, ваша любовь ко мне будет крепнуть. Unless one has gopi deha, no one can engage in ras with Krishna. Для того, чтобы вкусить расу с Кришной, необходимо тело гопи, гопи деха. Сахибина элила пу
Krishna here, Sakhi Leela Vistariya, Sakhi Ashwadai. Only the Sakhis, only the gopis can taste this Leela, nourish this Leela and expand this Madhur Leela of Sri Krishna, not others. Только Сакхи, только гопи могут вкушать, расширять, развивать и наслаждаться этими романтическими сладкими лилами с Кришной. So in great separation, they left that place and they went back to their husband. Испытывая неописуемую боль в сердцах, эти девушки вернулись обратно к мужьям. Sri Krishna distributed all the prasadam to his friends. А Кришна стал угощать прасадом, раздавать эту еду всем своим друзьям. And then just to please his friends, he also took a little bit. И просто чтобы порадовать друзей, он тоже пару кусочков съел. Because actually he had no appetite. На самом деле у него совершенно не было аппетита. Because he felt a little bad that the Brahmin ladies had broken their dharma. Потому что ему было больно. Gopis can break the dharma. Ему было горько. Ему было на самом деле не по себе из-за того, что девушки браманши нарушили свою дарму. То есть это приемлемо для него, если гопи нарушают дарму, но браманы, они идеал поведения в мире. И Кришне было как-то больно, что они нарушили дарму. So when the ladies returned to their husbands, когда эти девушки вернулись к своим мужьям, they were crying, Ha Krishna, Ha Krishna. Они шли все зареванные, взывая Ха Кришна, Ха Кришна. And the husbands gave pranam to them. Мужья, увидев своих жен, они стали кланяться им. They did not fight with them. Они не стали they ругать didn't chastise them. Не стали порицать. But they worshipped their wives. Наоборот, они приветствовали их и поклонялись. They accepted their wives as guru. Они приняли жен как гуру для себя. Why? Почему? Because when the wives were with Krishna, that time the brahmanas were doing the jagya and the demigods appeared from the fire. Потому что в то время, когда жены унесли еду Кришне, а брахманы продолжали совершать ягью, делать подношения в огонь, они увидели, как полубоги стали выходить из огня. So a brahmin who's doing jagya is a householder. His wife has to be present. So they pray to the demigods. Oh, devatas, we're doing this jagya for you. But we have a big problem. Our wives have run away. То есть когда семьянин грехаста проводит яги, жена обязательно должна присутствовать рядом с ним и сидеть рядом с ним и участвовать. И когда девоты появлялись, браманы стали сетовать и жаловаться, говорить: «О, мы пытаемся угодить вам ягами, но у нас возникла огромная проблема. Наши жены убежали куда-то». So then those devatas, they said to them, "Your wives are very fortunate." И девоты сказали: «Это ваши жены очень удачливые». Because they have transgressed all boundaries for the sake of serving Sri Krishna, and He is the supreme personality of God. Потому что браманы переживали, что жены они отреклись от дармы, от праведности, отступили от пути праведного пути, но полубоги объяснили им, что они самые удачливые, потому что они пожертвовали мирской праведностью ради служения верховной истине. So then those brahmanas, they realize their mistake. И браманы тогда осмыслили свою огромную ошибку. Alas, alas! И подумали, какой ужас. So when their wives came back, then they gave pranams. И когда они увидели наконец-то вернувшихся жен, они радостно кланялись им. They exclaimed to each other, "Oh, we studied the Vedas, we did so many austerities, we did so many sacrifices, but it was all a waste of time." И браманы наставляли друг друга. Они говорили, сколько времени мы потратили, мы изучали Веды, мы проводили яги. Мы обучали других, мы проводили различные ритуалы, мы попусту тратили время. Our wives never did the Upanayan Sanskar. Наши жены никогда не получали браманские шнуры и священные. Our wives never lived as brahmacharis in the ashram of the guru. И они не жили как брахмачари в ашраме гуру. Our wives never studied the Vedas and chanted mantras. Никогда не воспевали никакие мантры, не изучали веды. But they have developed spontaneous love for Sri Krishna. Но спонтанно у них появилась любовь к Шри Кришне. Actually, the fire, the offering, the mantras, all of these are all the shakti of Krishna. The purpose of yaga in the end is to realize Krishna. Vedaischa sarvam aham eva vedyo. На самом деле, вот эта яги, этот огонь, эти мантры, это все предназначено для того, чтобы познать Кришну. Иначе это бессмысленное занятие, просто делать ягью. So then the brahmanas criticized themselves very strongly. И браманы стали порицать себя. Dik janma nastrividyatas, dik pratam, dik bahugyatam, dik kulam, dik kriyadaksham, vimukha yei todoksa jei. Oh, fie on our three births. Да будь прокляты наши seminal births, yagyic births,
and Diksha. Брахман говорит, да будет проклято наши три рождения, рождение от родителей, рождение Яги и рождение от инициации. To hell with all of our vows. Да будут прокляты все наши обеты. Oh, to hell with all of our knowledge. Да будут прокляты наши познания. To hell with our birth in an aristocratic family. Да будет проклято наше высокое сословие. To hell with our expertise in the performance of rituals. Да пусть горит огнем наши, все наши знания того, как проводить наш опыт в провождении всех ритуалов. Vimukhayet Twadakshajay, because in spite of doing all these things, we remained Vimukh. That means our face was turned away from Sri Krishna. Путь оно все проклято, потому что оно все отвлекло нас от Кришны. То есть мы занимались все этими вещами, но при этом с безразличием продолжали относиться к Кришне. Are you Vimukh? Oh, unmuk. А вы с безразличием относитесь к Кришне или с вниманием? Is your face turned away from Krishna, vimuk or unmuk? Turned towards Krishna. Вы отвернулись от Кришны или вы повернулись лицом к Кришне? You can understand by your taste in chanting Hare Krishna. Вы можете разобраться в этом, поставить самодиагноз, опознав, есть ли у вас вкус в воспеванию джапы святых имен. If you have no taste in chanting the holy name, then you are a vimuk. That is averse to Krishna, because Krishna and His holy name Abhinatam Ramanamino are the same. Если у вас нет вкуса, не влечет к воспеванию святых имен, значит вы вимук, потому что Кришна не отличен от своего святого имени. Если вы любите Кришну и внимательно к Нему, вы будете с вниманием и любовью относиться к воспеванию Его имен. So then those brahmanas began to cry. Браманы тогда расплакались. Krishna is so merciful. Они говорили, Кришна настолько милостив. Krishna is Atmaram. God is self-satisfied. He doesn't need anything. But just to give us a chance to progress in our life, He personally sent His friends to beg from us. Браманы сокрушались по поводу собственной глупости. Они думали, Господь Атмарам, Он самодостаточный. Ради того, чтобы пролить милость на нас, Он подослал своих друзей попросить у нас немножко еды. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, is always serving the lotus feet of Krishna. But that Krishna was begging from us, and we ignored him. Ему ничего не нужно. Богиня удачи Лакшми Деви всегда наготове послужить ему. Но он... Ради того, чтобы пролить милость на нас, он прислал друзей сюда за едой, и мы просто проигнорировали его просьбу. So, our wives are great, we accept them as our gurus. А вот наши жены, они великие, и поэтому для нас они теперь будут нашими гуру. And then, someone may ask, why didn't they just get up from the yagya and quickly run and see Krishna themselves and apologize? Кто-то может спросить, а почему эти браманы просто не убежали с яги и не нашли, разыскали Кришну тут сами и не извинились перед ним? Because even though they realized they had done wrong. Это произошло потому, что несмотря на то, что они поняли свою ошибку. And that Krishna is the goal of life. И поняли то, что Кришна это цель жизни. They thought if we go to see Krishna, Kamsa's spies may see us and give a report to him, and then Kamsa will kill us. Они все равно боялись за свою жизнь, потому что они подумали, если сейчас шпионы Камсы узнают о том, что мы оставили Яги и пошли к Кришне, нас убьют за это. But their wives never had any such fear. У жен не было никаких колебаний по этому поводу. So it means even though some Krishna consciousness was coming to them, but still they were not very advanced, they were not surrendered. То есть это указывает на то, что у них были какие-то проблески сознания Кришны, какой-то импульс, но недостаточно зрелый, недостаточно сильный, чтобы побудить их на большее. So you know that Lakshmi Devi left Vaikuntha and came to Vrindavan because she wanted to become the beloved of Krishna. Lakshmi Devi, она убежала с Вайкунтхи и прибыла во Вриндаван, потому что она хотела служить Кришне. But she's still doing austerity, she failed. Она по сей день совершает аскезы, потому что ей не удалось оказаться с Кришной. Even Lord Shiva took a gopi form and came to the Rasalila, but he was checked. Господь Шива принял облик гопи и прибыл на Расалилу, чтобы поучаствовать в этом танце, но ему не дали. And has to stand on the gate as Gopeshwar Mahadev, but cannot come in. Но ему дали возможность сторожить вход, допуск к Расалиле, но не допустили к самому танцу. And the wives of the brahmanas also, they left everything and came to Krishna. Жены брахманов пожертвовали всем тоже, чтобы быть с Кришной. But see, Krishna sent them back. Но Кришна отослал их обратно. Why? Почему? Unless one does bhajan in the anugatya of Braja Gopis. Уже до тех пор, пока человек не осмыслит, что необходимо совершать бхаджану, духовную практику, and attains a swarupa form like Braja Gopis, no one can become the beloved of Krishna. Пока мы не примем анугатью, полное
следование в настроении, поведению братьев Гопи, пока мы не обретем тело, подобное их телам, и настроение, подобное им, мы не сможем служить Кришне. It doesn't matter who you are or how qualified you are. И не важно, насколько вы квалифицированы, кто вы. Or how unqualified you are. Или как неквалифицированы вы. Everything depends on anugatya, being under the guidance of a Brajrasik Vaishnava, and by following in their footsteps, they will take you into the Nikunjas of Radha Krishna. Никакие мирские там ничто мирское не влияет на вашу квалификацию, на то, чтобы получить доступ к таким левам Кришны. Главное, это если вы находитесь в анугати возвышенного чистого Расика Вайшнава, полностью принимаете его руководство над собой. Ягьяпатники джай! Батробан ки джай! Батробихари джу ки джай! Шиашокван ки джай! Вале Вриндава Бхай Лала ки джай! Вале Санивали ки джай! Джай Джай Сри Раде!